Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово. Было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди? Да, люди. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я собираюсь рассказать вам одну обычную историю из тех, что нередко происходят с одним очень необычным поросенком. Думаю, вы сразу догадались, что это за поросенок. А те, кто не догадался, не расстраивайтесь, потому что сейчас и вы узнаете, о ком идет речь. Итак, я начинаю. Однажды в стране придуманных историй Что такое? Ну-ка, ну-ка. Интересно, что за штука? Разрешить любой вопрос, помогая часто Нюке. Симпатичный круглый нос. Что случилось? Ну-ка, ну-ка. Посмотрите, это Нюка. Нюка, Нюка, что там у нас интересненького? Нюка, как обычно, глянул в окно, а там... Во дворе дома, прямо у окна, стояли сенбернар-бернар и гусь-гусич. Они грелись на солнышке и наблюдали за облаками. «Эй! Эй!» – забарабанил Нюка радостно в окно. «Доброе утро!» Гусь-гусич и бернар оглянулись и удивленно посмотрели на Нюку. «Эй! Я уже проснулся! Эй!» Но вместо того, чтобы обрадоваться, гусь-гусич с криком «Ага-га-га! Спасайся, кто может!» бросился бежать. «Уф! Только без паники! Только без...» Громко начал восклицать бернар, но было уже поздно. Гусь-гусич налетел на него, и они повалились. «Эй! Что с вами?» Нюка еще сильнее забарабанил по стеклу. «Подождите, я сейчас к вам выйду!» Но не успел он договорить, как бернар и гусь-гусич, вскочив с земли, стали торопливо удаляться по дорожке. «Ужас! Кошмар!» «Постойте, постойте, мы куда?» Жалобно произнес Нюка, но бернар и гусь-гусич его уже не слышали. «Ну вот, а я так хотел показать им свои новые рисунки!» Нюка вздохнул и оглядел комнату. Повсюду валялись листы бумаги, карандаши, кисточки, краски. А на столе стояло сразу несколько баночек с грязной от красок водой. Зато на стене красовалось три рисунка. Нюка посмотрел на них и даже хрюкнул от удовольствия. «Ой, красота!» И в этот момент кто-то заглянул в окно. Нюка оглянулся. «Орлик, хочешь поглядеть на мои картины?» И чтобы орлик его заметил, подошел поближе к окну. И орлик его заметил. Он выпучил глаза и начал пятиться назад. Воскликнул орлик. «Караул! Чудище!» И со всех ног поскакал прочь. Нюка озадаченно посмотрел на сломанную орликом калитку, а затем с опаской подумал. «Чудище!» И тут же, заперев получше дверь, залез на всякий случай под кровать. И надо же было такому случиться, что именно там Нюка вспомнил про овсянку с изюмом. Но вылезать из-под кровати почему-то совсем не хотелось. «Ой!» – вздохнул Нюка грустно. «И откуда только взялось это чудище?» А затем подумал. «А может быть, его и вовсе нет? Или оно очень маленькое и совсем не страшное?» И только он это подумал, как за дверью раздался шум. «Ой-ой-ой-ой!» Прошептал Нюка и закрыл глаза. За шумом послышались голоса. «Ага-ага-ага! Мы тебя не боимся!» «Попрошу всех сохранять спокойствие! Нюка, ты здесь?» «Бернар, гусь-гусич!»
Обрадовался Нюка и бросился к двери. Я здесь, здесь! Как же Нюка был рад увидеть своих друзей, хоть они были вооружены швабрами и крышками от больших кастрюль. Но только сами друзья почему-то не очень ему обрадовались. Это оно! Маленькое и ужасное чудище! Испуганно загоготал Гусь-Гусич. Только без паники! Остановил его Бернар. Что-то мне подсказывает, что перед нами наш маленький друг. Это я! Я! И Нюка для убедительности хрюкнул. Уи! Нюка! Кто мог подумать? Зашумел Гусь-Гусич. Этот ужасный поросенок кого угодно может напугать. Ужасный? Переспросил Нюка и подошел к зеркалу. Из зеркала на него глянуло разноцветное чудище. Ой-ой-ой-ой-ой! Это оно! Испуганно вскрикнул Нюка и хотел было опять забраться под кровать. На всякий случай. Нет, Нюка! Остановил его Бернар. Это всего лишь ты, неумытый. Вот к чему приводит привычка не умываться. Значит, никакого чудища нет? Спросил Нюка, робко заглядывая в зеркало. Само собой. Я бы так не сказал. Вдруг переполошился Гусь-Гусич. Потому что именно сейчас оно глядит на нас в окно. Закричал Нюка, оглянувшись. Из окна на них смотрел кто-то такой. Такой? Только без паники. Успокоил друзей Бернар. Сдается мне, что это один хорошо знакомый нам конь в не совсем обычном головном уборе. И-го-го-го! Раздалось за окном. Нюка, я иду к тебе на помощь. Друзья выскочили на крыльцо и увидели орлика, на голове которого сверкал большой пожарный шлем. Ох, и удивился орлик, когда поближе рассмотрел поросенка. Это очень талантливый поросенок. Не знаю, кто бы еще. Начал говорить он, но тут с ним случилась очередная задумчивость. И орлик, кивнув на прощание, неторопливо побрел куда-то прочь. А друзья взялись отмывать Нюку в маленькой ванночке, а затем, полюбовавшись новыми картинами, отправились к Бернару есть овсянку с изюмом. И Нюка, честно говоря, был очень рад, что никакого чудища не оказалось вовсе. А уже перед сном, лежа в своей постельке, он вспомнил о том, как ужасно начинался день, и тяжело вздохнул. Больше никогда, никогда не буду. Пробормотал он и сладко заснул. Вот такая история приключилась с нашим Нюкой. Всех перепугал, всех привел в замешательство. А все из-за того, что решил не умываться. Смех смехом, но, дорогие мои, опрятность и чистоплотность – это необходимые качества. Приобретая их, мы тем самым проявляем заботу не только о себе, но и о тех, кто нас окружает. Ну скажите, разве приятно смотреть на грязнуль и нерях? По мне, так не очень. Быть заморашками из-за собственной лени – это, друзья мои, никуда не годится. Давайте постараемся уважать и других, и себя, и будем всегда чистыми и опрятными. До новых встреч, мои дорогие. Ангела вам хранителя.